Ну что же, в сегодняшнем видеоролике вместе с тобой откроем 250 эксклюзивных яиц в Pet Simulator X. И обязательно выбьем вот такого вот Титаник-питомца. Но перед началом этого видеоролика я бы специально для тебя хотел бы разыграть Huge Pet'а. И чтобы тебе его получить, ты должен прямо сейчас поставить лайк, подписаться на мой канал, написать любой комментарий с своим ником в Роблоксе. И все итоги у нас будут на 500 лайков. Поэтому прямо сейчас участвуй в конкурсе. Ну а вот, кстати, счастливчик из предыдущего видеоролика, который получил себе Huge Pet'а. Ну что же, я не буду долго задерживать, приятнейшего тебе просмотра. А спонсором сегодняшнего ролика выступает сайт RBX3. Сайт, где робоксы всегда в наличии, а выплаты, ну, очень надежные. Благодаря методу трансфер на RBX3 вы получаете свои робоксы в течение 5 дней. А для тех, кто не знал, у RBX3 есть свой телеграм-канал, где часто проводят конкурсы на бесплатные робоксы для всех. Ссылочку на сайт и телеграм-канал я оставлю в закрепленном комментарии, переходите как можно быстрее. Ну что же, всем привет, на часах у нас 3 часа ночи, и я для вас открываю 200 вот таких вот яиц в Pet Simulator X. Ладно, на самом деле, как вы уже могли заметить по вот этой вот огромной вплашке и по вот этим вот всем сундучкам, это у нас Pet Simulator Z, но ничего страшного, ведь шансы в Pet Simulator Z и в Pet Simulator X одинаковые, поэтому мы с тобой вместе здесь пооткрываем яйца, я ссылочку на этот режим оставлю, конечно же, в описании для тебя любимого, чтобы ты сюда тоже смог зайти и поиграть вот этот вот прекраснейший режим. Ну что же, давайте уже начнем. Судя по предыдущей части, вам этот видеоролик просто безумнейший понравился. Ну и честно, мне тоже понравилось открывать вот эти все яйца, вдруг мне сейчас что-то какие-то питомцы выпадут. И давайте так, перед началом этого мега открытия напиши в комментариях, как ты думаешь, сколько хьюч питомцев мне выпадет, и выпадет мне хотя бы один Титаник Пэт. Повторяюсь, шансы такие же самые, как в Pet Simulator X. И я открываю сразу же 200 яиц. Поэтому обязательно пиши свои комментарии, что ты по этому поводу думаешь, сколько хьюч питомцев мне выпадет и сколько Титаник Пэта мне выпадет. Ну а мы будем начинать. Конечно, у нас будет немного открытий, штук 20, потому что будет открывать сразу по 8 яиц. Ну, давайте уже начинать. И, в принципе, поехали. Вот такие вот у нас яйца здесь присутствуют. Видите, шансы все такие же, как в обычном Pet Simulator X. Окей, поехали. Открываем первое яйцо. И нам уже выпал что? Самый первое яйца нам выпал Хьюч Неон Гриффин. И еще один Рейнбоу питомец. Что-то я вообще не понял, как так. Я делал открывание раньше, и мне прям, ну, мне выпало буквально 2 или 3 Хьюч Пэта. А здесь первое открытие мне выпал вот такой вот питомец, ребята. Так, пойдите, у меня вообще запись идет, нет? Да, запись у нас идет, все отлично, все хорошо. Это вообще какой-то трэш. Ребята, я не знаю, как-то с первого яйца мне выпал хьюч питомец. Окей, ладно, поехали, продолжаем дальше. И еще один хьюч Неон Гриффин. Что? Что-то мне реально кажется, что здесь шансы не какие-то подкрученные. Еще один хьюч Неон Кэт. Там все, ребят, блин. Здесь, походу, шансы подкручены. Но я не верю, что она так выпадает. Я вообще в это не верю. Давайте еще раз, если открываем, то шансы здесь, подкручены 100%. Блин, я помню, раньше в этом режиме шансы были нормальные. Сейчас с каждого яйца абсолютно выпадает хьюч неоновый код. Ну, разрабы, зачем вы это сделали? Это же не круто. Раньше были шансы, как в обычном Pet Simulator, сейчас, ну что это такое? Ну, хотя здесь хьюч питомец не выпал. Окей, хоть и на этом спасибо. И здесь хьюч питомец не выпал. Неужели? Неужели разрабы меня услышали и вернули шансы? Здесь выпал Golden Huge Neon Cat. Ну, конечно же, спасибо вам огромнейшее. Вот какая коллекция Huge питомцев из этой обновы у нас уже присутствует. Давайте откроем еще 8 яиц. Здесь у нас Huge питомца нету. Ну, кстати, возможно, шансы... Просто мне повезло, я не знаю. Ну, мне кажется, все равно шансы подкручены. Ну, конечно же, сразу 2 неоновых Huge Cat'а. Спасибо. Просто спасибочки вам. Сразу 2 Cat'а. Давайте... Вот, еще один Neon Cat. Ну, короче, да. Давайте, в принципе, дооткрываем вот эти все яйца. Я все-таки хочу выбить Титаник Пэта. И надеемся, что все-таки сразу 3 Хьюч Пэта. Блин, давайте сразу 8 Хьюч Пэтов. Зачем мелочиться? Ну да, конечно, теперь ни одного Хьюч Пэта не выпадает. Давайте еще откроем, может мне еще что-то выпадет. Ну вот, конечно же, 2 Хьюч Пэта. Спасибо вам всем огромнейшее. Давайте еще откроем. Давай сразу 3 Хьюч Пэта. Нет, ни одного хьюч пэта нету, а. Жалко, жалко. Да, мне здесь трейдик кидают, давайте примем. Вот смотри, какие у меня хьюч питомцы есть. Вряд ли у тебя такие есть, братишка. Смотри, каких у меня много. Хочешь все такие, а? А ну что ты мне предложишь? Если ты мне предложишь какого-то крутого пэта, хей, Титаникс. Нет, братишка, Титаника у меня нету. Я сам пытаюсь в этом режиме получить Титаника.
Окей, открываем дальше. У нас здесь huge неоновый кэт выпал. Это нам не интересно. Вот делаем вот так. Это нам тоже не интересно. Меня интересует только Титаник кот, ребята. Только Титаник кот. Ну, какой кэт? Только Титаник огонь меня интересует, и все. Не-не-не, Месси мне кинул заявочку. Так, открываем дальше. У нас выпадает опять huge питомцы, но все-таки у меня есть надежда, ребят, на Титаник питомца, потому что, ну, все-таки Титаник пэт самый крутой. Да, huge питомцы выпадают довольно-таки часто, возможно, все-таки рано или поздно мне выпадет Титаник пэт, и я буду бегать с Титаником. Наверное, если мне не выпадет Титаник, то я докуплю яиц, потому что, ну, это как бы не дело. Кстати, Shiny Pet выпал, Shiny Pet, ребята. Это, конечно, да, круто. Яйца уже потихонечку заканчиваются, а Титаник Pet я до сих пор не выбил. Вот это обидно, конечно. Ну что же, ребят, я открыл все 200 яиц, и вот так что у нас получилось по итогу. Это у нас одни вот такие вот huge neon кэты, и честно, как бы... Ну, такой себе. Я думал, что будет что-то покруче. Вот, кстати, у челика присутствует... Вот, смотрите, какая она крутая, братишка. Я... Можно у тебя взять питомчика? Ух ты, дарк материальный пэт. Ну, окей, давайте... А, я даже не знаю, что мне сделать, может, ребят. Я даже не знаю, что можно сделать. Ну, давайте, наверное, обращусь в поддержку и в поддержке попрошу вот этого вот питомца. Ребят... Ребят, случились технические неполадки. Я обратился в поддержку, жду их сейчас ответа, и по приколу решил чисто потратить все деньги и пооткрывать яйца. И с первой же попытки вы посмотрите, кто мне выпал. Титаник. Агония, ребята, мне выпала. Вы посмотрите, какая она кайфовая. Как я стою на ней вот так. Это вообще эпично выглядит. Вот так вот залетаем в новую локацию на вот этой вот Титаник Агонии. И вы посмотрите, как она круто выглядит, ребята. Да. Если ты тоже хочешь в этом режиме получить себе Титаник Агонию и просто пофаниться в этом режиме, поприкалываться, то обязательно давайте наберем под этим видеороликом 500 лайков, и я 100% оставлю ссылочку на вот этот вот режим в описании. Просто 500 лайкусиков, и сразу тебя будет ждать ссылка в описании. Ну, конечно, режим прикольный. Я просто пооткрывал вот эти яйца, и мне выпал вот этот вот питомец. Можешь чисто поприкалываться, я не знаю, там перед друзьями похвастаться. Но смотрите, я все-таки получил вот это вот пэта. Учил вообще, смотрите, рейнбоу. Это да, это очень круто. Но вот такого пэта я получил. Что же, спасибо тебе огромное за просмотр. С тобой был я, Влад. Ну а я желаю тебе хорошего настроения, удачки и пока-пока. Еще встретимся.